Битва за Доктаун продолжается. Похоже, что у противников дрессировочной площадки на мемориале 411-й батареи появились солидные аргументы. Окружной суд Одессы признал незаконными отчет Департамента экологии и вывод комиссии общественного бюджета. Эти документы были основой для реализации проекта Доктаун. Правда, оппоненты мэрии говорят, что победа частичная, как и удовлетворение иска. Вопрос о приведении участка в первозданный вид суд отдал на обсуждение. Згідно кодексу адміністративного судочинства, суд може на власний розсуд захистити права та законні інтереси позивача. Суд вирішив, що належним способом захисту буде саме зобов'язати департамент екології розглянути питання, яке ми поставили перед судом. Юрист уверен, что следующая встреча с коллегами из мэрии будет в апелляции или даже кассации. Напомню, что проект «Доктаун» в 2018 году победил среди проектов общественного бюджета. Тогда возник скандал. Часть одесситов были против, а зимой того же года активисты даже пытались самостоятельно снести забор стройплощадки. Были вопросы к бюджету. Город выделил 5 миллионов, которых, по словам авторов проекта, не хватило. Сейчас же «Доктаун» содержится на деньги кинологов, и, по словам хозяев собак, попасть туда беспрепятственно, а главное, бесплатно, невозможно.